Итак, друзья мои, сейчас я немножко подкрашусь и покажу вам, какие духи будут на мне сегодня. Вот эти от Avon Персив Солей. В общем, солнечный персив. Так, чуть-чуть видно меня, чуть-чуть видно духи. Мой любимый цитрусовый аромат. Очень люблю цитрус, очень люблю бергамот. Вот, вообще, люблю такое. Вот такие вот бусики на мне. Муранское стекло. Ну, думаю, конечно, не на острове Мурана изготавливалось. Хотя я не знаю. Я не знаю происхождения этих бус. Ну, во всяком случае, считается, что это муранское стекло. Вот. Кофточка. Тигр. Тигр я сегодня. И так, видно или не видно, во всяком случае. И вот такие серьги. Все, сейчас буду наносить макияж. Кстати, вот, например, я беру вот эту тушь, да? Она сухая. Вот она очень сухая. И что я делаю? Сейчас я вам покажу, что я делаю с этой. Откручиваю. Так, видно? Видно. Это я... Такой ракурс, что я ничего не вижу. Видите только вы. Я уже потом посмотрю. И беру, например, я беру духи, которые мне больше всего нравятся сегодня. Это вот эти. Так, они у меня открыты. Так, видно? Видно. И что я делаю? Раз. Сейчас. Оп, оп. Вот так. Во-первых, приятный запах. Во-вторых, она становится жидкой, нормальной. Ну, это у кого нет там аллергии, ничего, я так делаю, да. И она становится нормальной тушью. Вот что я хочу сказать. Вот. И я уже могу ею красить ресницы. О, кот пришел, чихает. Ну вот, кое-что набросала на лицо. Ну, девочки советовали мне красную помаду. Знаете, действительно, я одно время очень увлекалась красной помадой. Ой, я вот так поставлю, мне так удобнее говорить. Вот, я одно время действительно очень увлекалась красной помадой. И, скажу, мне это очень нравилось. Но, наверное, все-таки всему свое настроение. Когда каждой помаде свое настроение. И я это знаю. Я знаю, что дает красная помада. Ну, знаете, вот сейчас у меня такое настроение вот такой помады. Более нейтральной такой. Как-то смотрю в зеркало и разговариваю. Вот. Ну, под настроение, под какой-то такой более... Нет, все-таки под настроение. Все-таки под настроение. Красная помада, это я так. У меня все под настроение. И украшения, и помада, и макияж, в общем, все-все-все. Итак, дорогие друзья, сейчас я буду наносить духи. Парфюм. Так, где у нас тут... Вот так много. Люблю так, ну что поделаешь. Ну и пока там пройдусь, пока это легкий, цитрусовый. Пока пройдусь, пока туда-сюда, все выветрится, никто страдать от моего парфюма не будет. Вот так теперь я пахну. Ой, вот, вот название. Вот таким цитрусом приятным. Ой, люблю я это дело. И вот такой браслетик я собрала из бусинок. Зашла в магазин, там, где все для шитья и вязания. Набрала вот таких бусинок и сделала такой браслетик. Веселенький, радужный,
Вот такой. Нет, так не видно. Вот так видно. Цветущее дерево. 6 апреля. Ну вот, дорогие друзья, вы посмотрели мой калейдоскоп апрельский. Я надеюсь, что вам было интересно. Девочки, кто делает запросы, я постепенно буду их выполнять. Ну, все сразу я не могу. Вот. А постепенно, конечно, буду выполнять, так что все будет. Все. Пока-пока.